Без дыма, без огня. Спасатели отметили вековой юбилей советской пожарной охраны. Об огнеборцах прошлого и настоящего в нашем материале. Телега с бочкой воды и ручной насос. Вот так в начале 20 века тушили пожары. А так с огнем борются уже в веке 21-м. Современное оборудование и средства пожаротушения помогают спасателям как можно быстрее справиться с огнем. Но главное в этом деле не техника, а прежде всего человек. Решимость, смелость и самоотверженность. Эти качества присущи настоящим пожарным. Евгений Краснов был удостоен медали за отвагу на пожаре. Он спасал людей при пожаре в общежитии рядом с гостиницей «Мир» в феврале этого года. Жильцы просили о помощи с этажей, так как не могли сами покинуть помещение. Подъезд, так как был задымлен, верхние этажи отрезаны были от эвакуации. И вот в составе звеньев ГЗС, используя дыхательные аппараты, проникли внутрь. Там как раз женщина с маленьким ребенком была, 2 года. Вот их вынесли мы на себе. Без подкрепления в пожарном деле никак. В отряд спасателей вступили 7 новоиспеченных бойцов. Мне здесь нравилось. Сама работа пожарного, да и как бы я во время учебы в школе занимался пожарным спортом. И как бы после этого я решил добиться всего остального. В праздничный день по традиции вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за спасение других. Ветераны пожарной службы возложили цветы к памятнику огнеборцам.